Депутат Государственной Думы Роман Терешков провел личный прием граждан в городском округе Люберцы. На встречу с парламентарием, которая прошла в исполкоме политической партии «Единая Россия», пришел президент Федерации Килы Дмитрий Черняк. Вопрос коснулся признания старинной русской игры с мячом национальным видом спорта и его дальнейшего развития на территории всей страны, а также за ее пределами. На сегодняшний день Федерация Килы представлена в 47 субъектах Российской Федерации. В 12 регионах, включая Московскую область, этот вид спорта активно развивается. В Московской области у нас самые главные такие очаги развития Килы – это Раменский район, Клин, Чехов и Люберцы. Это не просто спорт, это еще и часть культуры, национальной культуры. Поэтому мы считаем, что отечественные виды спорта должны повсеместно развиваться в России, потому что они передают традиционные ценности из поколения в поколение в такой ненавязчивой игровой форме. Это наш традиционный вид спорта, который бытовал в местах поселения русских людей с начала зарождения Руси. И поэтому, конечно, с учетом тех международных санкций и политики давления Международного олимпийского комитета на наш спорт, конечно, признавать и развивать наши традиционные национальные виды спорта необходимо. Надеюсь, что и Минспорт России включит в третий раздел вид спорта «Кила», да, как национальный вид спорта, и мы будем его уже развивать официально на территории Московской области и всей России.